А это что за удивительное растение, спросите вы меня. И вот я вам расскажу. Заказала я семена, также на сайте американском, Mesa Garden. Здесь у меня 8 пакетиков семян. Ну вот продавалось там 8 подвидов. Называется растение псамофора. Как-то так. Если вы знаете какое-то, что-то прям знаете, пишите мне в комментариях, поделитесь обязательно. Внесу вашу информацию в важные источники. Вот, и смотрите, они все разные, цифры все вот наверху, это все разные подвиды. На горшочек мне было писать лень, вот это вот все. Где, что? Вот это вот. Это место произрастания. Где-то пишут, какой цветочек, какого цвета. Dark purple. Violet flower. Ну, где-то вот темно-фиолетовый. Вот тоже где происходит. Намибия. Вот тоже место произрастания. Это я делила на пополамчики. Ну, не везде пишут, как цветет. Не везде, иногда пишут. Ну и вот. Смотрите, сеянцы, собственно, немножко отличаются между собой. Сеянцы эти офигенные. Когда они только выросли, ну, вот мне казалось, что растут из земли, из почвы сердечки. Это было так мило. У меня даже есть фотография, скидываю ее в чатик нам. Ребята пишут, Алина, правда, сердечки. Ну вот сейчас чуть ток видно, вот еще вот, 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 вот. Вот эти вот сеянцы еще как-то похожи. Сердечки так сердечки. Все, процесс уже, правда, пошел дальше. Пошли вторые листья, вторые пары. Вот это сеянцы тоже отличаются. Видите, у них первые листья, они побольше, подлиннее. На тапочки похожи. Тапочки, на ботиночки. С другой стороны их, вот если ботинки перевернуть. Мне вот почему-то первое в голову приходит это. Если вам тоже что-то пришло, расскажите, поделитесь. Мы потом хихикаем в чатике. На что похоже? Вот мне на ботиночки. Вот. Растут неплохо. Как вы заметили, вот здесь у меня 2 сеянца не выросло. Здесь у меня 3. Вот. Было посеяно 9. Семян здесь, 9 здесь. По поводу семян, какие они? Хорошие, крупные. Показать вот, ну вот они приятные, я хочу сказать, приятные, не пылевидные, как другие бывают виды, приятные. Ну, собственно, наверное, и все. Будем следить дальше за развитием, буду дальше снимать видео обзор, как происходит рост. Пока что горшочка 5 на 5, очень хватает. Все, прекрасно. Ну, все. Всем пока-пока.